4 конкурса и 5 команд. Воспитатели, классные руководители и директора образовательных учреждений в день учителя попробовали себя в новом амплуа. Играли в КВН. Визитка, домашнее задание, озвучка популярного фильма. Подготовка к конкурсу шла в течение месяца. В этом году участников на репетициях консультировали профессиональные КВНщики. Со мной в основном руководители, директора школ, и есть 2 представителя детских садов. Все очень талантливые, все очень творческие. Я думаю, мы всей командой сможем достойно выступить. Городской день учителя в форме игры КВН в Кургане проходит во второй раз. Организаторы уверены, шуточные состязания – наиболее интересный и необычный способ поздравить друг друга с профессиональным праздником. Хотим, чтобы это был и праздник. И вот в такой форме он проходил, Международный день учителя в городе Кургане. Ну и еще раз показать педагогических работников. Это педагоги-психологи, это классные руководители, это воспитатели, это учителя и руководители образовательных учреждений. Показать их с другой стороны, насколько многогранен может быть учитель с большой буквы. Ученики и учителя поменялись местами. Оценки на этот раз ставили старшеклассники, победившие в конкурсе «Ученик года». В состав жюри также вошли депутаты, руководители общественных организаций и курганские КВНщики. Юлия Васильева, Александр Киселев, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».